В начале своего сообщения вот хотела бы поблагодарить ТК «Город», которые отметили нашу работу, не только нашу, а всей Думы, за год. Значит, они провели анализ всей работы. По работе рабочей Думы хотелось бы вот дополнительно немножко дать информации как раз для телекомпании «Город». Значит, хочу для членов рабочей группы зачитать ту информацию, которая была размещена на портале города, чтобы вы были в курсе, и немножко дополнить ее. Значит, дословно. Организована рабочая группа по вопросам организации и проведения капитального ремонта. Это год назад. Собирается и поныне. Неоднократно вносились предложения рекомендовать правительству Иркутской области снизить для жителей Братска тариф по капремонту. В итоге он не был снижен. Это вся информация, которая была на сайте. Я бы все-таки хотела бы дополнить эту информацию более подробно, то, что членами рабочей группы, то есть нами, было сделано за этот год.